своем Гаятри, то внутри нас распахивается внутреннее солнце. Святые говорят, что Брахман подобен 10 миллионам солнц. Вот когда мы поем Гаятри, то мы приближаем свое внимание к этому внутреннему сиянию. Это сияние ясности, сияние невероятной ясности. То есть это не обычный свет, как от объекта, а это сияние ясности. И эта ясность подобна 10 миллионам солнц. Невероятная яркость, да, ясность такая. То есть она не ослепляет, как солнце, а просто вам становится все ясно. Yeah.